Смотрите, как промежуток расширился между условленной и прологом. Запихнули туда Наваха. Ну, все теперь понятно, теперь дальше как пойдет все дело, то есть как повествование пойдет. Я подумал, что между условленным и прологом там совсем мало времени прошло, да. А подождите, а как? А? Чего? Я не понимаю, слово. Вот. Нет, что-то не то. Что-то здесь не то. Потому что пролог начинается, по сути, с того, чем закончилось сломленное. What the fuck? Что-то заглючило, по-моему. Нет, по-моему, или после бездо. Не, подождите, пролог тогда это что? Сломленное, по-моему, это в самом начале. А я уже не знаю! Пошли вы вон! Пролог, что было в прологе? В прологе она сидела в полицейском участке. Все, я запутался, короче говоря. Наплевать. Плоская жопа Эллен Пейдж заставляет думать тебя по-другому немножко. Такое чувство, как будто она... Вот этот не бэкграунд на заднем фоне. Не пустыня, а знаете, такая вот... Картонка с видом на пустыню. Как знаете, как в старых фильмах. Снимали не на живой природе, а в киностудии, при этом поставив на задний экран, на задний фон либо пленку, либо экран, да, на который проецировалась запись этого места, который засняли раньше, либо просто обойну какую-то. Ну охереть, и чё мне идти, что ли, твою мать? Это просто охерительный геймплей, Дэвид Кейдж. Эй, автолюбитель, стой, автолюбитель! Автолюбитель, я тебе лайк поставил, сволочь! Вонючий говнюк, это просто замечательно. Ловить автостопом. Ребят, если кто-то не видел Heavy Rain не такой. В Heavy Rain есть геймплей. Те, кто жаловался... Видимо, кто-то жаловался на Heavy Rain. Говорили, мол, это же кинцо, мыльное кинцо! Вот вам мыльное кинцо! Потому что здесь вообще геймплея, по сути, нету. Это что такое-то, а? Раздражать уже начинает. Я подумал, что просто раскачивается игра так долго, но нет! Для чего нас заставляли тренироваться там, все такое, на этом, на базе ЦРУ, если ни хера тут нету? Мы даже не применяем это нигде. Мы тут... знает где. В горле пересохло. Жопа у меня плоская! Вот полная жопа. Сейчас еще детей отморожу! Что? Дура, Айден тебе помог. И теперь мы будем идти пешком. А, нет, спасибо. Вау, Дэвид Кейдж, прикинь, ты это мог сделать много-много раз, вот так вот в черный экран уйти. Знаешь, я бы не тратил 3 минуты своей жизни просто так. Дэвид, мать твою, Кейдж. Ничего страшного, Айден. Как Эллен Пейдж согласилась в этом вообще участвовать, а? Серьезно? Еще говорят, и концовка дерьмо. Все. Даже рецензенты. Я не говорил вам сейчас писать концовку в комментариях, что-то о концовке. Молчать всем, не портите людям просмотр. Я-то, скорее всего, не испорчу, потому что я уже пройду к тому моменту, но а вы другим испортите. Не будьте козлами. О! А жены Джона Марстона здесь нету, случаем? Уи. А, она не может быстрее идти. Ну, я помню в ролике, в котором я смотрел, то, что можно будет скакать на лошади. Это просто замечательно. О, боже мой! Может... Да нет, Айда, нам здесь не пройтись все равно. Надо, наверное, в дом пойти. Это логично. Пойти в дом. И все такое. А, водичка, во, водичка. Она же хочет пить. Алло, гараж, это же колонка. Ее нельзя использовать? What the fuck? Дэвид Кейдж, ты чё, кретин? Это же колонка, которую можно использовать, чтобы попить водички. А, я подумал, что здесь дверь. Упс. Так.
Невидимая стена. Вот там она, там она. Чё мне делать, хрен его знает. А вот дверь я вижу. Эй, люди, откройте. Тук-тук-тук, твою мать. Слава тебе, Господи, что-то пёрнуло на заднем фоне. Наверное, кто-то дверь мне откроет. Привет. Ой, слава тебе, Господи. Извините за вторжение. Я просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. А сарай? Можно я переночую в сарае? Пожалуйста, обещаю, утром я уйду сразу. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Я старый индейец! Мы можем ее использовать в качестве просто так! Это как не знаю. Эй, я услышал пендеко, слышь! Ты осторожно там! Можешь переночевать. Как-то они спорили. Индейцы всегда так спорят. Вот так вот. Монотонным голосом. Как зовут? Воруй, убивай, грабь. Джоди. Я Пол. Это мои дети Кори и Джей. Моя мать Шимасани. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. А может, она мертва? Вы не проверяли, нет? Мы будем ужинать. Присоединишься? Да. Не, я худею. Да, спасибо. Ладно, ладно, я иду туда. Так и быть. Вау, надо еще правым стиком дернуть, чтобы начать есть котлету. Только котлет, только мясо. Белок или что это мясо? Наверное, коники. Она жрет мою кукурузу. Я увидел эту кукурузу, она ее забрала. Но я же, мать, в этом доме, а не она. Что она делает? Сволочь. А зачем мне давали выбирать между непонятно чем, между стейком? Вы всегда молча едите? Вы такая веселая семья? Это такой выбор грандиозный. Я никогда ничего более грандиозного не видел. Какой там Mass Effect с его тремя концовками? Вот оно. Вот она настоящая. Настоящая нелинейность. Куда хоть направляешься? Скажу правду, допустим. Да так, иду, куда глаза глядят. Вау, если бы я соврал, то что-то изменилось бы. Куда хочу прийти? Ясно. Про лошадей вы спросим. Вы разводите лошадей? Да. Мустангов. Еще у нас есть чуро. Чуро? Овцы. О. Шерсть продаем, молоко. Это немного, но на жизнь хватает. А у тебя голос Джоэла из «Одни из нас». Точнее, The Last of Us. Понял, да, я тебя узнал. Ну-ка, снимай парик, говнюк! А вы ведь... Я пытался на выбрать, выход? Но... Насрать. Мы Дина. Это значит народ. Так мы себя зовем. Дины. Эй, Дины! Одни? И ферма, похоже, единственная на всю округу. Угу. Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. Там малость ветер погромче стал, прикинь. Чего они переполошились? Демоны какие-то прилетели, что ли? Поздно уже. Джей, тебя проводят. До завтра. Или шторм, видать, какой-нибудь. Нет, я пойду посмотрю, что у вас там находится. Вдруг вы семейка каннибалов. Не-не-не. Ты идешь? Не-не-не-не-не.
не пойду за тобой. А чё такая музыка играет страшная? О, черт, все закрыли. Сволочь. Ну ладно, так и быть. Что мне еще делать? Камон. Я двигаю телом. А, подождите. Меня что, еще не в сарай заселяет? Окей, я подумал, что в сарае буду жить. Что такая музыка играет? Я не знаю, на что игра намекает? Что происходит? Выходи. Что бы ни случилось. А в чем дело? О чем ты? Тебе дорога жизнь. Запри дверь и не выходи до утра. Это такой дикий саспенс, что ли? Там будут пробегать фанаты Леонида Агутина! Не выходи! Они будут пить «Старая мельница крутится». Или это не он пил? А какая разница? Он похож на старую мельницу. Я не такой. Я не такой. Ладно, сойдет. С пивом потянет. Не, он в принципе... Не, лучше без пива. А то если с пивом, то... Потом будешь всю жизнь жить с мальчиком и геем. Это что за херня? Я пытаюсь ее заюзать. Да, это нужно было сделать. Зала. Видимо, демоны какие-то. Что их так напугало? Демоны! Братья Винчестеры! 10-й сезон, прикинь! Они думали, что все закончится на 9-м, но нет! Будет еще 10-й, стопудово. Видимо, Кайдену друзья пришли. Очень странная ферма. Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать. А как вы принимаете душ вместе? То есть ничего, что за тобой какой-то мальчик там подсматривает, нет? Не выходи. Окей, босс. Что бы ни случилось. А, так может просто пыльная буря, подумаешь. Ну, я понимаю, полагаю, это все-таки мистический триллер. И нифига не психологический, как написано на задней стороне обложки игры. Потому что тут ничего нет психологического. Психологический триллер — это, например, как он назывался-то? У Мартина Скорсезе фильм с Леонардо Ди Каприо. «Остров проклятых». Вот это психологический триллер. Но это нет. Это самая настоящая мистика. Да, конечно, тебе сказали не выходить, а ты выходишь. Ты молодец. Айден? Что происходит? Айден, Айден. Надо открыть эту дверь. А я пошел смотреть, вдруг там бабуля раздетая. Туалет! Меня не существует, я вампир! Теперь все понятно. Окей. Может, что-то страшное произойдет? Собачку жалко. Фига себе, как уже какая пуповина у нее длинная стала. Раньше не могла выпустить ее далеко, а теперь. Так, окей. Я проверил комнату бабки. Проверю соседнюю. Окей, бро. Чувак, хорошо, что ты в трусах. Мало ли. Надо быть готовым к каждому Айдену в этой вселенной. Ладно, я не понимаю, что происходит, но окей. Зря я этим занимался, видать. Только время потерял.
Значит, со всей силы дверь раскроем. Ладно, к бабульке можно не идти. Окей. Пойдемте собачку успокоим. Собачка круче всех. Просто пыльная буря и все, ничего там нету. Пол, откройте, что у вас творится? Возвращайся к себе, сейчас же. Нет, Джоэл. Пожалуйста. Ты не Пол, ты Джоэл, не ври мне. Потолстевший и ставший индейцем. Стоять. Мне не дают выйти. Собачка. С этим ожерельем ничего не могу сделать, нет? Печально. Эй, собачка! Собачка! Пойдем со мной! Тебя оставили, скоты! Что это было? Ложись спать. Утром уйдешь. Как страшно. Капец. Йоу. Типичное для какого-то мистического фильма... завязка. Просто типичная. Замечательно. Я не знаю. Знаете, вот вы смотрите сейчас на Ютубе это дело, а я играю. И по сути одно и то же. Одни и те же ощущения у вас и у меня. Потому что я, по сути, смотрю на экран. И больше ничего. Здравствуй, хрен, сбежавший из какого-нибудь там тупого фильма про маньяков. Там же еще что-то можно было сделать, нет? Он по-любому только подружиться хочет. Или, я не знаю, передать извещение от Почты России. В принципе, просто... в принципе, просто когда вы получаете извещение от почтальона, и когда встречаете вот этого хрена, да, то вы проживаете, в принципе, один и тот же эпизод в своей жизни. Здесь ни хера. А, кстати, что-то есть. Это мне многое дало. Ну и чё, вот... Я стою, дёргаю, когда точка появляется, точка исчезает. Да, видимо, брусника и голубика из Чернобыля только что были. Не знаю, на память переданные. А, тут двери закрыты, наплевать. Ты выспалась? Я велел тебя не будить. Спасибо, мне это было нужно. Ну будешь и... Будешь кофе? Не, я пойду. Пошел вон. Никаких кофе. Ну, я пойду. Спасибо. У нас на ферме много работы. Можешь остаться на пару дней.
помочь немного. Нет, я не хочу снова извещения от Почты России. У тебя будет еда и ночлег? Нет. Что скажешь? Нет. Нет. Нет, Эллен Пейдж. Нет. Лучше Кристофера Нолана не снимайся, я не знаю, во что-нибудь. Хорошо. Или Кубиболу. Рабочая одежда у Кори. Переодевайся. Ну что, поработаем? Что надо сделать? Принеси овцам. Махать правстик! Ну да. А это значит, что мы будем снова ходить вперед, назад. Ух ты, она быстрее ходит на этот раз. Обалдеть. Фига себе, вот это геймплей. О, да-да-да. Я как будто сам покачал эту колонку. У нас качают только колонки. В нашем клубе есть даже баллонки. Вы к нам с ведром приходите. Потому что... Да, только вы с IQ не приходите. Я не знаю, насрать. Хотя сказать, с IQ не уходите. Потом понял, что я какую-то херню-то сказал, но не важно. Похоже на то. Клёво? В смысле, еще одна пара рук. Эй, овца, забирай! Я не знаю, что делать-то, овца! Овца, забирай! На воду! Лакай! А, сюда надо. Спасибо, Джуди. А, притащи сено из сарая. Окей. Я серьезно, я подумал, что я вчера просто записывал вечером, мне хотелось спать, зевал я. Но мне сейчас хочется зевать, сейчас день. 2 часа дня. Я выспался, я спал 9 часов. Специально для этого выспался. Подумал, надо протестировать. Я хочу спать. Серьезно, эта игра меня усыпляет. Ну это просто дебилизм. Помоги, Айди. Охереть, а как они вытаскивают сено? Нет, давай сама. Нет, сама она не может, только Айден ей поможет. Ух ты, рифма, нихера себе. Куда ты, Айден? Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Еще больше. Так... Я только один и вытащил? У тебя жопа вместо глаз, что ли? Это как-то стрёмно. Сено я несу. Сейчас кому-то я голову обосу... А что? Не знаю я, пошляк. И даже что говорить не знаю я. Эй, Джонни! Обед? Да иду, пошел ты вон! Козел вонючий, жри свои консервы! Вонючий хрен, почему я сено несу? А мужики еду едят! Что тут за херня? Блин, происходит, в каком месте это? Блин, интересно, сено туда-сюда. Носить не понимаю я. Где-нибудь? Где-нибудь? Где-нибудь это где? Что же за херня? Я не пойму, овца ты сено. Скорей возьми, иначе я тебе под жопу как, блин, пну. А вы? Попозже. Ой, заткнись уже! Джоэл престарелый, сколько можно, блин? Затрахал ведь, сейчас они опять будут говорить всякую херню! Господи, за что? Я 2600 за эту, блин, игру! Отдал вчера, я нихера не понял, где же тут игра? Ладно, срай, забейте. Вау. Ферма? У вас тут много работы. Да ты чё? Набрать и лошади. На мне чуро. А на отце считай все остальное. А бабушка, видимо, владеет силами природы, Шимасани. Правда, что ваша бабушка молчит уже
Много лет? Да. Она офшорными аккаунтами управляет. Со дня смерти прабабки. Только нас дает пин-коды. Прошло лет 30. И я сейчас догадаюсь, она заговорит в конце вот этого эпизода, пустынного эпизода, и скажет что-нибудь Джоди. Угу. Делаю, произношу вангование, во. Вышли из загона и задохнулись в песке. Призрак. Ночью я открыла дверь и... что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Я не знаю, о чем ты. Тебе приснилось. Ты всегда такая любопытная. Нет, только по утрам свет. Я чего-то не понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Я тебе там по яйцам! Я знаю, кунг-фу яичное! Тебе ведь не понравится. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. А ты свои яйца обратно засунь в тело, понял, да? Извини, мне надо работать. Ты такой индеец, кстати, в этой бейсболке. А он только с виду такой злой. Наверное. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. Пожалуйста, разбудите меня, когда ничего интересного начнется. Это просто охереть. Вау. 2600. Вау. Ну ладно, хоть она бегает, и то плюс. Пойду-ка в Джейр. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. Можно попробовать? Имело дело с лошадьми? Нет. Ну, вперед. Его зовут Ашки. Сашка! Его Сашка зовут! Чё ты врёшь? Ты просто не услышал! Эй, Сашка! Александр! Спокойно! Привет, Ашки. Привет, Сашка! Не бойся, я просто подойду, ладно? Да, и посмотрю на круг, на насколько большие у тебя копыта. Тихо. Да? У меня такое яйцо, как будто она перепила только что. Должна сама. Окей, сама так сама. То есть она не сама, да? Так, видимо, надо как-то подойти слева или сбоку, окей. Это не работает. Ладно, давайте подъем. А, назад вперед нельзя. Может, потихонечку надо? Ну, типа, привет. Серьезно? Или просто три раза подойти надо было? Не так уж и страшно, а? Признайся, я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден, хочешь покататься верхом? Вот там бедная лошадь. А, то есть мне нужно сейчас за Айдена выйти, да? Окей. Вселиться в лошадь! Окей!
Отведи его в загон. Серьезно? Окей. Все, дальше мы будем играть только за лошадь. Как это ты? У всех свои секреты. Я бы на месте... А я в тебе ошибся. Айдена остался бы в этом коне. Я приходил парочку лошадей, не знаю. Если хочешь помыться... Это как-то странно. Офигеть, у вас просто цивили... Благие... Да не важно, в общем! Все крутости цивилизации у вас есть! Я уже бегу, сейчас, подожди. Вон, бензином себя болью. Ну, если... Если красная канистра, там по-любому бензин должен быть. What the fuck? Ну ладно, хоть с такого ракурса показывает, и то плюс. А вот если бы не было полосок снизу и сверху, то мы бы увидели голые титьки. Вот видите, для чего они продуманы, придуманы? Вот именно для этого. Чтобы мы не видели никаких... Никаких... да. Привет, я пришел принять с тобой душ. Как тебе такое? Корона? Причем тут корона?